Всем привет! Выпустил кур из птичника погулять. Они вон хозяйничают везде, тут троица ходит. А вон кошки на них охотятся. Мока, Фунтик, вы что тут охотитесь на кур? А? Фунтик, вон видите, сидит он. Спрятался, его не видать. Ага, вон он ходит, ходит, ходит. Котейки такие, охотники. Охотники. Вот, и я сейчас решил это... Они вон копают все. Смотрят червячки какие-нибудь, что-нибудь найти хотят. А я сейчас хочу надеть кольца на молодых курочек, которые у меня вывелись осенью. Вот такие кольца я заказывал на Алиэкспрессе. Они универсальны, они и к уткам подойдут, и на курей подойдут очень хорошо, кстати. Ребят, я хотел спросить, у всех у петухов такие хорошие большие шпоры? Смотрите, у меня, у моих какие шпоры. Огромные вообще. У некоторых вообще гигантские шпоры есть. Не знаю, это нормально, нет? Петик у некоторых тут вообще огроменные шпорища. Вот они, они. Вот видите, какие шпоры большие. Кто-то писал на форуме, что курей. Курей ранят они такими шпорами. Ну не знаю, у меня куры еще ранеными не были. Все нормально, все целые куры. В общем, я хочу сейчас молодых курочек, которые у меня с индюками сидят, окольцевать. Чтоб потом мне было легко определить, где молодые у меня курочки, а где у меня старушки. Потому что моим старушкам уже пошел, если не ошибаюсь, 3-й год. И кого-то я начну, наверное, в этом году уже по внешним признакам убирать. Черных-то я у Хейлюй-то отделю, определю. О, залезла. Чё залезла туда? Залезла туда. А вот таких моих курочек я не определю, поэтому я их хочу окольцевать, чтобы их я определил и не трогал. В эксплуатации данные кольца очень просто используются. Вот видите, они, во-первых, пронумерованы. Можно каждый номер записать и определить, что за птица, какая линия у себя в тетрадке. И вот так по диагонали заводится. И в замок сюда защелкивается. Все. Оно очень плотно будет. Так оно не захлопнется. Только вот так по диагонали и вниз защелкиваешь. Оно очень тяжело потом снимается. Практически не снимается. Сейчас я покажу, как это будет у меня на курочке надето уже. Познакомьтесь. Это вот моя молодая куреха. Испытуемая. Вот ее ей на пальчик одену колечко. И она у меня будет уже окольцована. Все. Вот так колечко застегнулось. Хорошо. Все аккуратненько. На ножке оно свободно держится. Опа. Все. И курочка теперь у меня будет окольцована. Вот. На нее уже напали женихи. Да, кстати, у меня здесь петухи остались только вот такие черные. Только вот эти черные, не знаю. Многовато их, да, ребят? Надо будет еще подрезать петухов. Напали на курицу, напали на окольцованную девчонку. Ну все, сейчас я всех остальных вон курехах немного тут окольцую. Ребят, вот набираю заказ на яйцо по инкубации. Тут у меня 120 яиц. И еще 2 дня мне нужно будет до вторника набрать до 150. Там сверху еще десяток я всегда кладу точно. Где-то 10% на неоплод бесплатно отдаю. Это обязательно. 150 яиц. И заложил в инкубатор тоже яйца. Сегодня у нас 7-е число. Я заложил 50 яиц с лишним тут чуть-чуть.
Вот, хочу проинкубировать, успею, не успею. Отключат, если свет. Я с мамой поговорил уже, что если что, я привезу ей яйца, чтобы они доинкубировались. Потому что у меня есть заказ на цыплят еще.